Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 марта. По народному месяцу слову Филимон. В этот день христиане чтят память апостола от 70 Филимона. Жил в городе Колосы во Фригии. Первый век. На Руси в этот день почитали горки, высокие холмы. Называли их угорья. Зимней порой приносили крестьяне на угорье снопы зарить. Оставляли на ночь до самой зари. Глядели, какой сноп, пшеничный, ржаной или другой какой, за ночь больше всего покроется инеем, тем хлебом и будет богато осенью поле. Туда же выходили разодетые девушки. Они заклинали солнце, чтобы оно не застаивалось, а катилось к лету, чтобы за солнцем летели перелетные птицы, чтобы пришли на поля вешние дожди. В этот праздник принято было печь хлеб-каравай. Угощали им не только близких, друзей и родственников, но также сирот, калик перехожих и нищих. Хлеб с давних пор олицетворял собой солнце и достаток. Чтобы не нуждаться в будущем, его следовало съесть полностью. Оставшиеся крошки бросали птицам, посланникам Божьим, но бросали по-особому. Крошки перебрасывали через себя, за спину. Помнили, кинешь хлеб-соль назад, окажется он спереди. Верили, кинешь хлеб-соль назад, по осени с хлебом будешь, то есть много его будет осенью. Птиц одаривали хлебом, потому что они за хлебной нивой не меньше крестьянина ходят, от насекомых его оберегая. Также принято было готовить много разнообразных блюд. Небольшой пир из части оставшихся припасов означал, что зима действительно закончилась. Весна с каждым днем все больше вступает в силу, а потому день святого Филимона в народе называли по-простому «Филя вешний». Крестьяне наблюдали за животными и птицами. Если пролетала чайка, скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые, тепло не за горами. А если в этот день погода еще стоит по-зимнему холодная, нужно одолжить что-нибудь из продуктов у родных или соседей. Такой обряд считается символическим. Весна увидит пустые полки и поторопится вступить в свои права. Еще примечали. На Федота снежный занос к поздней траве. Солнечный день означает плодородный год. Если вороны купаются, будет тепло. Кричат, будут еще метели. И утверждали. Чем больше совершить хороших дел, тем больше счастья это принесет. Радости, счастья и достатка вам, славяне! Братья месяцы.